нами в доме жил немолодой офицер лет, я так понимаю, здесь, за три, который недавно женился на молодой девушке. Так, понимаете? Сегодня на работе старый электрик учил молодого. Если силовой кабель лежит на земле, а ты не знаешь, широкими шагами. Учили же нас. Мандарины в супермаркете. Были они упакованы в такую сумочку в сетку. Что случилось? Прилить побить. Вчера ночью на меня двое амбалов напали. А как же твой сын? Он приходит и застает следующую картину. Лежит на диване. Быстро американец, немец и русский. Однажды прибило. За превышение скорости, а у меня, как назло, денег ни копейки с собой. Держит мои... На парковке у супермаркета. Краем глаза замечаю, что...